Заждавшаяся своего часа зима активно взялась за работу. Сегодня погоду на территории Рязанской области определяет циклон, сместившийся с районов Южной Европы, который обеспечивает достаточно теплую и снежную погоду. Снег продолжит идти и завтра. Градусники покажут от 9 до 14 градусов мороза. В настоящее время в городе работает из числа муниципальных предприятий порядка 90 единиц различной техники. То есть это и пескоразбрасыватели, и самосвалы, и бульдозеры, и щетки, которые работают по тротуарам и по паркам. В ночь планируем также увеличить число как минимум до 120 единиц. Уже в пятницу погода начнет меняться. В пятницу уже антициклон начнет смещаться на восток, уступая место холодному антициклону. По юго-восточной периферии этого антициклона на территории области начнет поступать еще более холодный воздух. При ночных прояснениях температуры, при отсутствии ветра, морозы усилятся и увеличится суточный ход температуры. Обойдется в эти дни, то есть в ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, без осадков. По предварительным прогнозам, в субботу ночью -13-18, днем от 10 до 15 градусов мороза. В воскресенье ночью -15-20, днем -11-16. Словом, успехи зимы закрепятся настоящими крещенскими морозами, которые продержатся как минимум до 24 января.